Доброго утра всем! Мы завтракаем яичницей. Кофе наконец-то мама с папой купили. И Гриша тоже завтракает. Сметанку бери. Не надо, солить не надо. Так, на обед у нас будет суп-борщи. Что это такое? С яйцом и с щавлем. Только без свеклы. То есть все как на борщ. Картошка, морковка, лук. Потом яйцо вареное, щавель. Куриное мясо еще сюда добавила, потому что варился хребет, я его обобрала. Родители у нас сегодня обедают, чтобы мяса на всех хватило. Так что я его сюда добавила. Все, готово, выключаем. Григория в школу. Тут циркуль, тут с одной стороны линейка, а тут даже ручка дана. Ну да, ну посмотришь, что там. Грише сегодня надо уже циркуль в школу. Пока. Так, я родителям петрушку привезла. Сейчас Степа ее поставит в миски. Пойду сейчас пока с Зоечкой поздороваюсь. А Зоюня только проснулась, да, Зоечка? Это моя. Это твоя подушка, это твоя кроватка, да? А это Маргоня. Это твоя Маргошина, да? И ты тут спишь, да? Да. Одеялка там у Маргариты на кровати. Мама все заправила, мы сейчас не будем расправлять, да? Да. Ну давай тогда задвигать или нет? Только надо подушку убрать, наверное, да, Зой? Давай я туда положу ее. Это как маленький диванчик, да, получается? Ну вот, Зоя умеет уже сама заправлять кроватку, да? Да. Так, ну что, будем... Ляля будет тут спать. Да, это Лялина, да? Спать. Правильно. Что, мы будем одеваться, Зоюнь? Или пойдем умоемся? Нет, будем одеваться. Все, Зоечки сделали прическу. Покажи. Тебе нравится? Да. Зоя пришла посмотреть. У меня и косички. Два хвостика, да? Да. Ты только их не трогай, хорошо? Пусть они тут как такие два. Две анты. Да? Косички? Да. Давай я тут поправлю. Видишь, как сразу ты стала какая красивая, да? Угу. Ты заметила? Да. Посмотри на меня. Очень хорошо, да? Да. Теперь идем завтракать. Да. Пойдем. Так, Зоюня кушает супчик. Да, Зоечка, я поехала домой. Ты с папой приедешь, хорошо? Нет, подожди. Подождать тебя? Да, дома подожди. Хорошо. Дома где? На хуторе тебя подождать? Подожди меня тут. Тут? Ну, я там тогда пойду, хорошо? На улицу. Посмотрю, что там, солнышко или нет, ладно? Угу. Иди. Ты голодная женщина. Ты рыбу захотела? Угу. Прям мясо, да? Угу. Что делает мой муж? Один слово «любимый». Любимый муж. О. Я без камеры сказала любимый муж, да, а как включила камеру. А ты бы еще сказала, ты что делаешь, ты? Быстро на работу. Я тебе показал бы сейчас. Работа? Комбинацию. Из трех пальцев? Да. Да он, наверное, повисят красиво. А что, в булавочке вообще штука классная. Да, это вы в Астрахани увидели, да? Ага. Да, это мы раньше на леску, да? Ой, я как помню, вот это сидишь. И... Так и снимать как хорошо, раз у меня. Так вообще и вижу. Шо? Вот это дети, да? Нет, налайкали. Это нет, не вот дети. Это дети налайкали. Налайкали. Да. Папа, да. Кстати, искал эти лайки, майки в интернете. Хотел посмотреть. А ты не лайкнул это, да? А что мы тогда смотрели? Надо. Папа говорит, я искал, Серега аж еще что-то в сентябре только лайкал, больше ничего не лайкал. Это а что? Наверное, случайно. Да, да, нечаянно нажал. Раз и защелочка. Бум. И все. И рыбка. И красота, да? Как сейчас все красиво, виноград желтенький. Что там за девочка у меня? Вот сразу видно, что один ребенок не знает, чем себя занять. Это батут? Да, батут. Правильно. А как надо правильно прыгать, ты знаешь? Сейчас.
Вот так надо, правильно? Да. Ты правильно прыгаешь? Да. А то есть такие дяди, которые прыгают неправильно, да? Что? И потом у них болят спинки. Где? Вот это? Угу. Те дяди, которые неправильно прыгали, да? Да. Есть такие дяди, балуются и неправильно прыгают, да? И спинка болит? Да, и потом спинка болит. Тут еще и листики к тебе прилетели, да? Спасибо. Спасибо. Теперь надо... Да-да. Да, их надо открывать, да, и выкидывать. Мы потом будем здесь Сереже его мыть и убирать. А потом уже, когда будет жарко, опять будем доставать, да? Да, не будем. Не... Не будем. Не будем убирать или не будем доставать? Да. Так, ну тетя Вера пошла работать, хорошо? Нет, с тобой попрыгать? Да. Попрыгай. Ты моя зайка. Попрыгай. Стрелять. Давай будем вместе, да? Начинаем? Да. За ручку будем? Ой-ой-ой. Как тут здорово, да? Да. Как тут круто прыгать, да? Да. Дукай орех. Да, Гриша мне даже сюрприз купил. 50 там оставалось, я их и потратил. Да, что, 50 рублей сейчас такая шоколадка стоит? Ну, 50, да. Да? Такая. Ну, как там день прошел? 53 она вроде стоит. 53? Да, нормально. Пятерку упал, 4 получил. И все? Не, просто по математике никого не спрашивали, по русскому никого не спрашивали. Угу. А что, а по английскому? По английскому она еще ни разу не ставила нам. Да? Давай, что нам еще не ставили оценки. Уже 5 вечера, но начинает прям темнеть. И я иду снимать белье. Вот она красота какая. Я опять любуюсь на небо. К сожалению, на телефоне его не приблизить, не показать вам, какое оно красивое. Вот там вдалеке. Чего ты? Вот, покажи, Серый. Теперь у меня улыбка. А у Кони печалька. Покажи это. Зайчка, ты какой выбрала? Пряник. Это что такое? Цветочек? Ну, так открывай его. А там оно открывается, вот липучка. Нет, сбоку вот. Зоечка, держи, доставай, как из сумочки. Маргарита, ну как тебе пряники тети Верны? У меня веселый. Веселый пончик? Прям как ты, да? Зоя, у тебя какой пончик? А у тебя цветочек, да? Да. Афоня, у тебя какой пончик? Вот такой пончик, желтенький? У меня вот цветочек. Угу. Ну, Ну, садись, я сейчас сделаю. Кто еще будет чай? Мне с розовой трубочкой. А мне чай, я с розовой трубочкой. И мне чай. А я сейчас упаковываю балык. Хранить мы его будем в морозилке. Вот такой вот он красавчик получился. В обычные пакеты и в один потом большой пакет, зная, что это балык. И будем потом размораживать и кушать его. Потому что так он очень пересохнет и будет как убей человека. Так я убираю в этом вот, как это называется, шкафчики, где у нас рюмочки, стаканчики, которыми мы часто пользуемся, поэтому их, в принципе, мыть не нужно. Но есть то, чем мы пользуемся, вообще практически не пользовались, поэтому я это все сейчас в коробке сложу. Это вот эти вот чашки. Вот эти вот. У нас даже их никто не любит. Я даже не знаю, куда их. Вот мне, знаете, вот есть такие чашки, с которых не хочется пить. Вот это вот такие вот чашки. Поэтому нет. И вот эта вот штука очень красивая, но тоже у нас как-то не пользуется спросом, да? Вот, но вот эти чашечки я все же оставлю.
потому что с них мы иногда пьем, с таких маленьких. Девочки любят с цветочками. Вот эти вот у нас тоже в ходу чашки. Это мои любимые, они небольшие, не маленькие, очень классные. Это Сережные работы, нам дарили их. В общем, они мне очень нравятся. Так, что еще? Стаканами все пользуемся, рюмками. Ну, вы знаете, как мы очень пьем, поэтому стоят, ждут дня рождения Сережининого. Так что сейчас здесь вытираю пыль и буду заканчивать. 15 минут себе на это выделила, как раз 15 минут и вложусь, наверное. Папа! А меня не как? Почему не как? Папа, я сейчас упаду. Да ты возьмись хорошо. Ногами зажми. Отпрыгни, ногами зажми. Папа! Ты не боишься кого-то потерять по пути? Я как это, папа опоссум. Подожди, запрыгни нормально. Иди сюда. О, ногами зажми вот этими, о. Ты зажимай ногами. О, и ты ногами зажимай. О, вот и все. Лиша, зажимай ногами. Ногами, о, ногами. Пошли. Началось, реклама про Кока-Колу. Праздник к нам приходит. А я пишу, что делать завтра. Сегодня почти все сделала, только пряники не делала, но сделала зато тесто. Так что завтра будут пряники к Дню Матери. Так что на сегодня с вами прощаюсь, записываю планы на завтра. Буду, кстати, мы думали, что... Кёрхер возьмем у знакомых и помоем окна все снаружи, но, пожалуй, я так думаю, что этого не будет, потому что некогда. И на эти выходные опять какие-то другие планы, так что буду в день мыть по одному окну. Вот себе прям так и пишу. Окно, одно.